Рубцов шайбой. Уехал за ворота. На пятак рикошет и забивает. Ну, я так думаю, Герман Рубцов. Ну, посмотрим, может быть, на кого-то перепишут. Рубцов точно выкладывал там эту шайбу из-за ворот. Мне показалось, что от защитника Акбарс она отскочила. Поэтому на Рубцова должен быть записан этот гол. Первый гол для Германа Рубцова в континентальной хоккейной лиге. Давайте еще раз посмотрим. Рубцов. Ну да, да, от игрока казанской команды. Мы видим от своего же защитника рикошет, шайба влетает в ворота. Так что Герман Рубцов и его первый гол в КХЛ. Даже не от защитника, от нападающего, если уж на то пошло, от клюшки.